Я говорю, борзянки схавал или со всеми так дерзко разговариваешь? Со всеми так дерзко разговариваешь. Еще вопрос у меня. Я говорю, желание зарубиться есть или поцеловать тебя прямо здесь? Ты хочешь меня поцеловать? Свободно здесь? Давно приехала? Давно, говорю, приехала? Может, погуляем? А что сидеть? Я говорю, может, погуляем, сходим? Я как будто со стенкой разговариваю. Видишь, что я тебя открыто игнорирую. Нужно же сделать выводы. Да нет, его же там не будет вечером. Секундочку. Что? О, боже, простите. Что, прошу прощения? Ничего. Да, я говорю, давай погуляем, может, вечером сегодня сходим. Ладно, я понял тебя. Но я заеду часов в 7. Давай, удачи. Барэп Дзес, подскажите, пожалуйста, сколько времечко? Так, 15:33. Как дела-то? Дела не у меня, у меня делишки. Может быть, ко мне поедем? У меня дома отопление дали, тепло. А мне здесь тепло. С чего вы взяли, что это как его? Приглашайте человека, которого вы не знаете. Только я и ты наберем ванну, так покайфуем. Нет. Одну минутку. Что, прошу прощения? Не говорят. Что нет? Не хочу в ванну. В какую ванну? Что вы сказали, ладно. С девушкой разговариваю. Да, любимая. А, давай, целую тебя нежно-нежно. Сориентируй по времечке, будь любезен. По времени, будь любезен. Борзянки схавал, что ли, с утра? Чего? А? Чего? Я говорю, борзянки схавал или со всеми так дерзко разговариваешь? Со всеми так дерзко разговариваешь. Еще вопрос у меня. Выскочим на ножах. Что, прошу прощения? Или еще вопросы? Какие вопросы? Больше не будет вопросов? Ты про что? А ты про что? Я не к тебе обращаюсь. По телефону общаюсь. А-а-а. Еще родным. С начальником. Да не, я тут на меня чуть не напали, братан. Давай, родной. Не обессудь, братец. Ты прям сразу нападаешь. Свободно здесь? Да, свободно. Попроще бы разговаривал. Хватит. Я говорю, а то выскочим раз на раз. Зарубимся. Это как? На кулаках. Я думаю, никому проблемы эти не нужны, согласен? Да, проблемы никому не нужны. Одну минуту. Что вы говорите? По телефону? Да, по телефону говорю. Да, я понял. Давай, ладно. Да нет. Нет. Ты что, родной? Я бы с тобой бы не стал бы зарубаться. Родной, ты чё обня? Ты чё, давно шухер наводишь? Давно, говорю, шухер наводишь? В смысле? А? В смысле? Ah.
Что, есть что из интересного? Интересного не знаю. Потише, потише, потише. А то дерзко сильно. Кто? Я говорю, из интересного-то есть что? Я говорю, не знаю. То, короче, два сладких стоят на входе, надо, короче, мутануть, если есть желание зарубиться. Уже ушли. Я говорю, желание зарубиться есть или поцеловать тебя прямо здесь? Ты хочешь меня поцеловать? Давай, секунду, подожди, секунду. Не со мной. Я с женой разговариваю, ты что, родной? Да не обессудь, я пацанов не целую, братец. Я просто не пойму, что ты говоришь. Не обессудь, родной. Подписывайтесь на мой канал и сейчас обязательно поставьте лайк, ведь я старался ради вас. Ну и конечно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. И если вы хотите, чтобы видео выходили чаще, поддержите рублем по ссылке в описании. Всех обнял!